Тебе предлагали выгодный вариант. Мы сегодня выступаем замечательным расширением. С прекрасными музыкантами. Подъезжай. Первая песня, которую мы хотим спеть, называется «Ты». Поедем сейчас все вместе. Нам пары. Я вернее вместе с сегодня.
жизни кажется сном. Но убегает вода и растворяет печаль. И да, осенняя даль хранит твой шаг никуда. Ты унесен ты звездой, а я танцую свой блюз. И вот псы под луной мою осеннюю грусть. Великой победе нашего народа, Великой Отечественной войне. И эта песня, к сожалению, рано ушедшего воина-афганца Ахлема Газалиева. Его музыка и слова Александра Кернана. Он тоже подполковник, военный корреспондент. Вы что, слушайте, песня называется «Баллада о сыновьях». Последний
Я не могу ответить. Следующая песня называется «Весна». Несмотря на то, что осень, вспомним о весне, о теплой весне. Досталось то, что весны всего лишь чуть-чуть. Зима, а там уже опять весна. Песня Владимира Райкова. Без сомнения, сожаления, это юная весна.
Через забор. Спасибо. На забор ее бросает. Если бы я страх описывался, что, блин, ты делал мокрых штанах. В твоей мокрой куртке. А вообще, благодаря чему мы здесь все собрались, да? Благодаря любви к музыке. В том числе. В том числе. Вот наша следующая песня называется «Спасибо, музыка, тебе». Спасибо, Женечка, тебе. Чего? Нету, да? Женька, мне кажется, похудел. Да, он все несет. Солнце, да? Что-то как-то...
Но найду этот звук и войду в переливы дождя. Называется «Зачем вам этот человек?». «Отпусти меня на волю». Песня тоже нашего уральского екатеринбургского автора, надо, Владимира Алфонова. Вадима Осипова. Почти роком. А музыка наша.
А музыка, музыка Натальи Кулаковой. Кулаковой. Да, да. Это Маша.